Стадион в деревне Мильцево в субботу принимал гостей. Там проходили лыжные гонки на кубок главы администрации Ивановского района. Соревнования открытые, а это значит, побороться за кубок могли все желающие, в том числе и гости из других районов области. Первый на лыжне Сергей Низов. Он на себе испытал все сложности трассы, которые только предстояло преодолеть спортсменам в борьбе за кубок. Идет погода на плюс, и снег стал тяжелый, то есть лыжи скользят уже хуже. Это как семейный отдых для нас прежде всего, это мероприятие, поэтому мы приглашаем семьи, сейчас вот проходят семейные старты, но будут и профессиональные забеги. Трасса хорошая, потому что профессиональная для лыжников. Юноши и девушки, семьи с малышами, ветераны, любители и профессиональные спортсмены. Всего около 300 участников. Для каждого своя дистанция. Самая большая – на 10 километров. И трасса более-менее ничего. Кроме этого, и трасса 2 километра. Рады ждать вас. Бежалось, но тяжело. Потому что вот снег такой рыхлый. На традиционных молодежных стартах, это молодежный туристический. Вот подъемы были длинные. И немножко разбито в некоторых местах. Стадион в Мильцево у лыжников пользуется спросом. Для соревнований он практически идеален. Трасса с крутыми спусками и подъемами. Известная в регионе фурмановская лыжня по своему рельефу местности чуть-чуть проигрывает. Фурманская, она более равнинная, у нас более сложная лыжня. Дело в том, что здесь как бы такие, как спортсмены называют, тягунки, и они очень длинные, то есть в них надо вгрызаться, так скажем, работать. Ну, очень сложные, то есть как бы я ездил сам здесь недавно, сдавал ГТО на 5 километров, для меня даже сложно, хотя я занимался физкультурой, спортом, то есть, ну, тяжеловато дистанции для неподготовленных людей. А на площадке перед трассой настоящее гуляние. Всех угощают солдатской кашей и зелеными щами. Именно это наваристое кушанье является брендом Ивановского района. Щи очень вкусные. Это действительно блюдо Ивановского муниципального района. Зеленые, серые щи. Уже берем вторую тарелку. А готовит их детский сад «Солнышко» Новоталинского поселения. Спасибо, очень вкусно, приятного аппетита. Ну а кто проехал, подкрепился, может и за кубком выходить. Прямо на пьедестал почета. Все хорошо. Все понравилось. Нам очень понравилось. Очень здорово здесь в этой ситуации. Вообще вот замечательно все. Мы первый раз здесь, очень довольны остались. Впрочем, проигравших в этих соревнованиях нет. Каждый, кто пришел в субботнее утро на стадион, уже победил. Как минимум, собственную лень. Кстати, спортивный инвентарь убирать на покой еще рано. 10 февраля в разных городах области пройдет самая массовая гонка страны – «Лыжня России». Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.